Друзья, всем привет! Сегодня будем варить трубы пластиковые, показываем вам процесс. Мы уже две плити сварили, УАЗиком оттянули, сейчас вам покажем процесс. Генератор, значит, оборудование, генератор, паяльник, зачистка, дрель, станция сама, ну и это, рейка. Так, поднимаем, главный инженер по спайке труб, специалист высшей категории. Шильке Антон Гитлерович. Подсобники. Бросай, говорит, бросай. Бросай. Да бросай, так вы привыкнешь стоять, ё-моё. Так, что, давай. Ломаешь ручку, зад уберешь. Ой, лучше, тут, короче, лучше не трогать. Вот за это берешь, вот. Все, понял. Или работай, или снимай. Да, да, да. Ну я и Игорь тоже. Процесс. Да нахуя, я так подробно. Вот, поделился. Вот, поделился. Пробуем сами. Все, хватит. И за ручку. За ручку? А за что ее брать? Я тебе показал. Вот. Все. Ну вот за это берешь. Понял, все поломано, оборудование поломано, еле дышит. Руками зачем полапал? Ты... Грей давай! Он руками там потёр. Давай, грей! Ёбаный в рот! Да. Ну я же говорю, оборудование, блин, такое у вас! Такое... Это ручки под хуй закончены! Ну она не стоит у вас! Так поставить его надо нормально! Вот оно стоит, блядь! Надо закрепить её просто, надо кирпич подложить, я палки сейчас засуну. Ну все на честном слове, если честно, вот честно. Кидывай паска 2 миллиметра. Давление сбросил. Все, ждем. Процесс, короче, несложный, но замудренный, как с первого раза не поймешь. У нас есть специалист, который учился на это. Он у нас это на этом пиво выпил, короче. Дорабатываем оборудование. Еще повыше. О, вот, без заработки никуда, ни туда и ни сюда. Пока я не подсказал. Да я, пока я не сказал на камеру, никто не сказал. А то на меня кричали, что я рукожопый, короче. Стою. На флюме. Так, все время подходит. Паяльник убирать будем, да? Что делаем дальше? Что делаем дальше? Дальше варим. А, потом вот эту трубу потащим, еще вот это заплеть. Да? И поехали, короче. Все трубы, короче, в две плети делаем. Да. А что он там мне говорил? Какие-то усилия разные на разжатие, на сжатие. А если у тебя один хлыст ты тащишь, у тебя одно давление будет. Если ты тащишь... Ну мы, получается, один хлыст все время тащим, да? Ну почему два? Вот у нас один хлыст. Давление одно и то же. Нет, сейчас одно и то же будет. А если бы, допустим, по два хлыста тащили, было бы уже по-другому. А что он выткнул? Это-то я все знаю, блин. Время-то скинул, блядь. Ну, зачем вытащили с розетки? Время сбилось же, наверное. Время-то сбросилось. Бросил, блядь.
нажал. А, пошло заново, 590. Короче, это технологические нюансы. Это хуйня. В принципе, на остывание. На остывание, да. Тем более это остывание, ни хера страшно. Все поняли. Все поняли. Ждите косяков. Буду деньги, усваивайте. Так и сегодня сварить надо все. Сварим. А мы сейчас сляпаем и что потом? Потом в другом месте есть вывесили трубы. Там ляпать будет. Завтра. Ну это вот нам на сегодня, да? На сегодня. Пересекается с этой хуйней и направо поворачивает. Понял. Дорога пересекает газопровод, и мы направо. Да. Все понятно. И как? И весь хлыст туда направо затянуть, да? Да, чтобы он вдоль газопровода лежал. Ага. Просто туда дальше не надо тянуть. Не надо. Здесь ничего не надо. Вот только мы здесь еще. А, тут же еще приварим. Еще столько же будет. Короче, вы еще нам бы столько приварили. А, мы просто, чтобы на этом месте остановилось, да? Да. Потом продолжим. А потом уже туда утащим. Ага. Старайтесь прям это, чтобы труба нахуй не надорвала. Ну я понял, да. А вот так и краем, чтобы колеса у нас. Понятно, да. И непонятно, а делай как правильно. Есть, так точно. А то нас помнут, не дай бог нахуй, это опять вырезаем, все делаем. Ну понятно. Не ругал ПМК. Спасибо. Спасибо. Мне выдали только что. А расписаться нигде не надо. Я думал, расписаться надо. Перчатки новые. А то я стирал свои вчера. У тебя нет? Ладно, на, я тебе даю, дарю. У меня есть. Есть? Перчатки брать. Все, станция поддерживает температуру паяльника автоматически, да? 217-220 градусов там, короче. Вот. И объясни мне, он мне втирал, что давление разное плеть. Ну мы же одну плеть тянем все время. Одну. Сейчас да. А если бы по несколько плетей, то да. Давление разное. А, ну да, все, я понял. То есть получается, ты что один хлыст тащишь. Я понял, да. А что если, блядь, ты уже три там будешь тащить, у тебя уже разница, блядь, нет. Ну, давление уже ну, надо. Ну, я понял, это... понял. Это вот хорошо, мы не в траншее, а здесь, блядь, ну, наверху, блядь. Короче, нам теперь пофиг. Главное, главный специалист, технолог с нами, все, наверное, покеру. Сейчас пойдет технолог поправить. Да, сейчас технолог пойдет, здоровье поправит чуть-чуть. Вот. Технолог в тапочках, в шортах и в шапочке. Да. Зато я какой красавчик. Вот. Еще завтра, послезавтра поедем в Иваново. Надо обувь новую оплатили, получить обувь. А то я в своих кроссовках, я их уже ушатал. Обувь надо, спецобувь получить. Тент новый оплатили, уже сделали на УАЗик, тоже надо получить. Потом там мне надо еще посылку получить, которую я на Алике пришла мне за 20 тысяч фильтр для воды получить. Там главному технологу дома что-то надо там тоже. Еще надо съездить там по-любому. Все, вроде все сказал. Сейчас процесс вам покажем дальше. Остывание, остывает оно. Чем поправляешься? Соком, да? Понятно. 320 секунд еще. 320 секунд. Горячая.
20 секунд осталось. Давайте там технолог в действии, в работе. Разжимаем, откидываем, закидываем новую трубу, также паяем. Все, она пропищала, давление сбросили. И разжимаем. Нет? Разжимать надо. Сначала разжимать-то, откручивать. Откручиваем и сбрасываем и трубу. Вот, главный технолог в работе. Руками работаем, откидываем трубочку, хоп, сюда, закидываем другую, раздвигаем губы, закидываем вторую ногу, немножко поднять надо, вот так вот. Шевели булками. У технолога руки трусятся. Ну. Другую не перетягивай, смотри. Равномерно. Так, потом берем вторую трубу. Вторую трубу возьмем, вот эту. Тянем. Оп. Чуть-чуть. Поднял. Поднимаю. Пошли теперь самостоятельно. Подожди, подожди. А, ты собираешь, да? Косяк, блядь. Первый косяк паяльный.
здесь только начали трубу самостоятельно, уже закосипорили. Оп. Нормально. Нормально. Рука жопы. Мы так до вечера не управимся, надо все паять. Такими темпами. Мы будем до 8 вечера паять. Конечно, еще и руки трусятся, блин. Иди здоровье поправь, ё-моё. Сейчас запустим процесс сварки, да, и пойдешь поправить. Главное запустить процесс сварки, а там уже... Там кого-то нашел. Все, пошел прогрев. Ну и так, короче, циклическая запись у нас. Тудым-сюдым. Немножко с этими, с тормозами будем работать. Потому что главный технолог у нас здоровье поправляет. Сейчас вот это запаяем. Я УАЗиком еще чуть-чуть протяну. И дальше опять процесс повторяется. Несложный процесс. Кого-то ловит, ай, ты мой заяц. Кого там, медведя, иди на медведя. Лови, кого там нашел? Иди белок лови. Иди грибы хавай. Давай, ищи, ищи мышь, ищи мышь. Мышь. Кого хочешь ищи, давай, 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 вперед. Давай ищи, давай, давай. Все, 25 секунд осталось. Ты не спеши, главное, технологию соблюдаем. Потому что если там порвется, труба потом вздрючит нас с тобой. Главное, технологию. Не спеши, с чувством, толком. В промежутках там здоровье поправляй, ну процесс не упускай из вида. Оп, давай. Оп, чуть-чутненько, прекрасненько. Шикарненько вообще. Ну, могёшь же, когда можешь-то, могёшь. Опыт хуй пропьёшь. Опыт, да, опыт не пропьёшь. Технология, технолог в технологии. Так, пошёл здоровье поправлять. Фу. Поправляет, поправляет. Смотрите, как поправляет. Ой, с очком. Все, друзья, ставим лайки, пишем комментарии. Ну, а мы дальше будем работать. Пока-пока. С вами был Алексей и главный технолог Антошка. Продолжение по концовку. Тащат, короче. Мы допаиваем. Мы вчера паяли трубу, немножко... Не хватило, сказали допаять, короче, вот приехали, распилили трубу 12-метровую на 5 кусков. Сейчас свариваем ее и доварим до этого конца. Они там тянут. Новый прокол пробили, то, что мы там рядышком, короче, пробили. И уже заново тянут. Поставили фильтр на установку, чтобы песок из бочки не шел, короче, чтобы не забились форсунки. И вот пока тянут, вроде нормально. Вот, а мы тут варим. Сейчас вот остановим их. Они тут тянут, чтобы нам допаяться до труб. Они как раз сейчас остановятся где-то вот там вот. Бонзай.
варим. Варим, короче. Что там, когда пищит-то? Блять, выключилось, блять, сбилось время у нас. Вот это косяк. Вот это косяк. Ну, примерно сколько было там? Сбилось? Сколько было? Ну, плюс-минус. Нормально, она под конец это почти это, почти непонятно по какому времени мы выключились. Розетка выключилась. Знаешь, там узелок надо замотать, чтобы она не выключалась. Узелком завязать. Подождите, не надо. Не, я не буду сейчас выключать. Подержи камеру. Вот так вот, смотри, берешь. А, ну я понял, просто. Сука, охуели, блядь. Крысы, блядь, ебут. Всё. И варим. И у нас сваривается, короче, сейчас. И сейчас вторую тоже приляпаем, и все. Нормально. Блядь, с трубами здесь, блядь, по 3 километра. Хуели, блядь. Смерть-то грех. Не хотят останавливаться. Я не понимаю, почему бы не остановиться, и мы поехали бы дальше трубы варить на другой прокол. А так мы сидим и ждем, блядь, понимаете, мы деньги не зарабатываем. Да хватит еще там, ну давай я отъеду немножко, чтоб хватило провода. Все, едем дальше, варим дальше. Смотри, тянется, тянется. Нормально. Самовар, самовар. Самовар, главное, самый главный самовар, блядь. Блядь. Все нормально. Утюг, нога, блядь. Что там? А, утюг, нога. Утюг, нога. Они любят. Они любят. Я, короче, говорю, мы вчера приехали в 8 часов вечера. А мы типа в 10 там. Короче, не, я это понимаю, расцениваю так, что типа, если мы приехали, то и вы должны. Поздно. Ну ладно, мы вчера задержались, но мы задержались для чего? Чтобы допаять, чтобы им хватило на сегодня протягивать. Им, оказывается, не хватило трубы, и мы сюда еще сегодня приехали, чтобы доварить эти 4 метра. И мы сегодня нихуя не заработаем. И как бы подразумевается, что мы сегодня будем опять допоздна, до 9 часов, паять на другом до упора, так сказать. Ну только потому, что мы ждали бы их вот это, пока они всю кассету не заполнят, и мы где-то вон там вот в этой кашкаре, блядь, паялись бы, да, спустя 2 часа. Я этого не понимаю. Почему бы не остановиться? Мы бы нормально припаялись бы и поехали бы дальше заниматься. Не понимаю. Ну ждем, ждем, что, нормально. Вот так и приходится работать. С такими людьми работаем. А жилье я вам еще не показывал, отдельное видео показывал. У нас там вообще, блин, канализация забита, ванна не смывается, не уходит вода, блин. Как помыться, блядь, по-человечески, блядь, хер его знает. Единственное, с собакой нельзя. Комплект ключей один. Нычкуем там где-то, блядь, нычкуем комплект ключей, чтобы другие люди тоже попали в дом. Что за хуйня? Я все выскажу, молчать не буду. У меня ноутбук там за 200 тысяч лежит, вещи мои. А ключ я должен где-то прятать. Ну что это за дела? Да, хорошо с алкашом работать, ему похуй. Хоть и тупит, не слышит. Ну, поехали. Поехали, да. Короче, лайфхак держите, короче, чтобы не тащить все время, пока оно остывает, мы поставили эту байду наверх. Все, она едет. Ну, паяльник здесь я уже вручную подтянул. А это пусть катается. Нормально. Ждем. Время будет. Осталось 70 секунд. Автоматические системы. Все, почти автомат, короче, почти автомат. На ходу прям паяем. Знаешь, это как это, Газпром по дну моря, короче, трубу ложат, короче, знаешь, там
труба постоянно идет, они там варятся, она опять идет. Доварили мы быстренько, у них вода кончилась, мы как раз доварили. Все быстренько покидали, да, Пексик? Ну не успели, они за водой спустились на КамАЗе. И нам теперь не проехать, стоим, короче, ждем. Ну, типа варим. Они думают, мы варим, наверное. Мы уже все сделали. А у нас бензин, конечно, одна полосочка. Но нам хватит, блин, до дома. Если что, с генератора зальем. Сейчас поедем в сторону дома. Там, походу, еще за рулем. Там есть что паять. Может, 300 очка сделаем. До 5. И домой.